другой — смерть. Я не знаю, существует ли Бог или нет, но... я предпочитаю верить. Когда я вглядываюсь во Вселенную, то... я надеюсь, что где-то есть место, куда наши души смогут прийти. И где мы узнаем друг друга. Так же, как и своих родителей, я бы с радостью встретил своего лучшего друга Колю, который умер, когда ему было 21. И я бы с удовольствием провел с ним время, путешествуя автостопом через небеса, как мы обычно это делали в молодости. Тут, на земле. Я бы также с радостью повстречал это множество прекрасных людей из разных поколений, которые пытались создать лучший мир. И кто пытался работать на то, чтобы сделать этот мир справедливее и спокойнее. Вот что действительно важно для меня. И ведь действительно, когда мы рассматриваем величайшие мировые религии и философские учения и идеологии, и когда пытаемся разобраться в запутанных догмах богословия, то все это сводится к любви. Так что я надеюсь, что моя душа займется прекрасным балетом и великим космическим танцем любви там, где больше нет страданий и нет больше горя. Где мы не сможем причинить боль или быть оскорбленными, где мы сможем на самом деле отпраздновать этот дар создания. Великий дар существования. Колоссальный подарок жизни. Я часто задумываюсь. Вот два последних слова, которые я хотел бы произнести, прежде чем моя душа покинет этот мир. Спасибо вам. Спасибо вам, друзья мои, за эту жизнь, что мне подарили.